начальная заточка. Без проблем. Достаточно толстый клинок. Сведение отнюдь не тонкое. Смотрим, как строгает. Простые свежие деревяшки. Срез неплохой. Так. Ну, то была мягкая деревяшка. Достаточно уже прошлогодняя или позапрошлогодняя, сухая. Попробуем с упором. Очень сухая. Очень неохотно строгается. Чуть-чуть с землей. Ну, скажем так. Вот этот крюк, если буквально чуть-чуть был, либо сам поуже, чтобы удобно ложиться между безымянным и мизинцем, было бы гораздо удобнее. Так, вот он как раз вот упирается, видно, красная отметина, намялась порядком. Хотя так, на удивление, в принципе, если ухватиться полностью за рукоять, хотя, видите, тесновато. Ну, за счет того, что рукоять толстая, объемистая, ну, в принципе, достаточно комфортно строгать. Вот. Посмотрим, как он батонит. Посмотрим, как справиться с батонингом. Старая щепка не спортивна. Клинка попробую. Чудесно батонит. Чудесно батонит. Вы видите, что даже чуть-чуть кончика торчит, по нему можно бить, батон проходит весьма успешно. Никаких проблем, никаких повреждений. А если настрогать, подготовить тонкую щепу. Вообще замечательно и даже немножко весело. Настрогать на распалочку. Хорошо идет, вообще весело. Такая древесина, которая не совсем пересушенная. На весу. Ну, на весу, конечно, не так весело, но на весу зато комфортнее держать рукоять. Нормально справляется. Посмотрим, что он из себя представляет в плане прочности.
такие хорошие куски отламываются. На кончику, как вы догадываетесь, примерно то же самое, что от ковыряния в зубах. Дырка получается. Ну, где-то так. Проверю-ка еще, как на толстом слое картона поведет себе рукоять и клинок. Будет вязнуть или не будет вязнуть. Для начала сделаем этот толстый слой. Интересный момент. Если просто так перпендикулярно резать, вести, то не очень хорошо режется. Если сделать небольшой угол, то рассекается чисто как по маслу. Соответственно, точно так же так вот видно на картоне. Если просто перпендикулярно, то не особо. Если задать некий угол изначально, он не дурно лезет. Так, ну теперь слой картона достаточно толстый. Посмотрим. Ну, прорезал неплохо. Не без усилий, конечно. Вот вторую уже чуть снял, не особо лезет, но тем не менее, честно говоря, я ожидал от такого толстого клинка с толстым сведением гораздо худшего реза. Смотрим на заточку. Смотрим на заточку теперь. Чуть-чуть видно, где-то появилось. Ну, в принципе, вы видите, что без проблем шинкует газетную бумагу. Так что но я ожидал худшего от этой стали 12C27 Сандвик, который ожидал гораздо худшего от этого толстого клинка с толстым сведением, но в принципе меня достаточно неплохо порадовал.